Мы должны получить уроки. Уроки. Если народ выходит, то значит им есть что сказать. Поймите правильно. Никто, ни один гражданин не является врагом своего государства. Они выходят для того, чтобы достучаться. Вот это вот, если более 300 митингов, это говорит, что ситуация катастрофическая. Если в году 365 дней 300 митингов, считать, что каждый день без митингов не обходится. Это сигнал. И соответствующие службы не должны сопротивляться и бороться с митингующими, а должны изучать проблему, почему они выходят. Они выходят против коррупции. Они выходят против кумовства. Они выходят против беспредела, который творят правоохранительные органы. Они выходят против беспредела, который творят местные госадминистрации. Барыбыз кыргызбыз, садагаларым. Биз элди сүйөбүз, мамлекетти сүйөбүз. Биз ачык сүйлөшүшүбүз керек. Эгер биз сылап сыйпап, жаап, баарын кызматты аткара берген болсок, алдыңкы президенттер кандай болсо, бийлик кандай болсо, ошол эле нерсени эми токтотушубуз керек. Бүттү токтотушубуз керек. Вот айтып атасыңар, провокаторлор болсо. Тилекке каршы соңку мезгилде провокаторлордун отрядын ички иштер министрлиги менен өзгөчө кырдаал министрликтер даярдап башташты. Кээ бир аймактарда атайын ошондой эки автобус менен сүйрөп жүрө тургандар бар. Урматтуу туугандар, ачык эле айталы да, биз кыргызбыз, бири-бирибизди тааныйбыз. Вы сами организовываете вот этих вот провокаторов, а вы сами вливаете, внедряете в ряды тех простых людей, которые хотят высказаться. И потом говорите, провокаторы ичинде бар экен, агрессивно вели себя, бөтөлкө ыргытты, кесе ыргытты, таш ыргытты, анан биз күч кол. Жок, вот эти, которые там козлы-провокаторы, это ваши сотрудники. Это вы подготовили их, это вы поручили им. 6 миллион кыргызбыз. Айрыкча райондордо, шаарларда, областтарда болуп атканда ар бири бири-бирин тааныйт. Ким кайсы тараптан келип кошулду, ким кайсы тараптан келип кошулду. Эгерде ошол жердеги жетекчинин туугандары, жоро жолдоштору, кудасы өөктөрү, алар бир автобус болуп келе калат. Вот эту практику надо прекращать. Вы сегодня закладываете вот эту вот бомбу, которая завтра-послезавтра взорвется, потому что вы поделили народ.